Знаете, я считаю, что в России просто очень опасные игры со свободой слова. Опять-таки, средства массовой информации, а сейчас это и блогеры, у которых посещаемость 3000 в день, как минимум, это источник влияния на общество, потому что ту информацию или то мнение, которое средства массовой информации преподносят или высказывают, она может негативным образом просто повлиять на молодое поколение. А если человек, допустим, молодой, там, не совсем хорошо разбирается в истории или, допустим, в современной геополитике, средства массовой информации, они могут, ну, опять-таки, если касается сепаратизма, призывать к сепаратизму, человек просто пойдет сначала на митинг, потом он возьмет оружие, потом он захочет устроить революцию. А революция в России не нужна, потому что, ну, во-первых, это кровь, во-вторых, не нужно менять режим. Поэтому я считаю это обоснованно.